На конкурс дети читают стихи. Детский сад 393, группа «Фантазеры». Прокофьев, «Прятки». Что случилось? Вот диван. Беспорядок, штука. Всю в квартире ходуном. Перевернуто вверх дном. Гардеробы перерыты, дверцы шкафчиков открыты. И подушки на полу ничего не поймут. Мама строго посмотрела. Что случилось, дочка Лера? Это что за тарарам? Здесь пронесся ураган? Нет, сказала громко Лера. И тихонько заявил. Мы не говорим, мы на пляске. Ос летит, как белой шапки. Кролик, кукла, кот, пучок. Мишка, львенок, пес, дружок. Я считала дитя. Все попрятались сейчас. Очень быстро всех нашел. Не могу найти пушка. Я искала на высвете, среди книжек, в туалете, под кроватью с фонарем, и жирила все на дно. Не могу кота найти, что мне делать, помоги. Мама хитро улыбнулась и с улыбкой отвернулась. И из сумки, и своей достает пучка скорей. Вот история, друзья, Лера спрятала кота. В сумке он сидел один, сумку взяли в магазин.